Приветствую всех на своем канале, и сегодня я хочу показать, как легко и быстро сделать вот такой новогодний шарик. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Приступим. Для сегодняшней работы мне понадобится пенопластовый шар, и у меня вот такие жгуты серебряный и белый. Я отрежу небольшой отрезок жгута для петельки. Подклею вместе, чтобы не разошлось. В шаре делаю отверстие. И второй кончик. И теперь в отверстие немного клея. И закрепляем. Два жгута я скреплю вместе. И закреплю рядом с петелькой. И теперь по кругу буду подклеивать жгут. Пройдусь по всему шарику. Я обклеила жгутом почти весь шарик, и остается еще совсем немного. Тут я уже по одному жгуту подклеиваю. И аккуратненько умещаю тут все. Подрезаю, немножко обжигаю, и сейчас попробую все это убрать. Еще чуть-чуть подрезать надо. Аккуратненько подклеить. И белый кончик также само.
вот шарик готов. Осталось подклеить бантик. Такие шарики очень легко делать, но смотрятся они очень красиво. Шар я решила задекорировать бантиком из двух лент и вот такой серебряной веточкой. Складываю ленту. Я подклеила все детали, и мой новогодний шар готов. Надеюсь, вам мое видео понравилось, и вы узнали что-то новое. Не забывайте ставить лайк, мне будет очень приятно. И до новых встреч. Пока-пока.